Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 17 июля, время 21:01 в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Белорусская торпеда Путина». Разумеется, конечно, будем говорить о белорусском диктаторе Лукашенко, ну и обо всех последних событиях с ним связанных, ну и других в том числе, конечно, тоже. И у нас самый для этого подходящий гость, наш старый друг Юрий Георгиевич Фирштинский. Юрий Георгиевич, рад вас приветствовать. Добрый день, здравствуйте. Да, ну вот смотрите, почему, собственно, мы решили об этом поговорить? Там несколько предлогов, один из которых – это последнее заявление Лукашенко, весьма несколько неожиданное, хотя на многое наводят, эксперты уже их оценивают, о том, что типа белорусские вооруженные силы отведены от границы, и это сделано в ответ на деэскалацию, которую произвела украинская сторона. Украинская сторона, сразу говорю, этого не подтверждает, никаких официальных заявлений по этому поводу нет, что якобы от границы с Белоруссией из Украины отведены, в Украине отведены какие-то соединения. По-моему, наоборот, там усилено, никто не собирался этого делать. И выглядит это так, что как будто бы похоже на то, что Лукашенко пытается снять с себя ответственность за возможную атаку с севера на Киевскую область, ну, вообще, вдоль границы между Белоруссией и Украиной со стороны российских войск, да, которые расквартированы, находятся в Беларуси. Такое ощущение, что он отдает себе отчет, и я думаю, что он предупрежден многократно о том, что если вторая повторится история, вторая серия, значит, сиквел такой, нападение с территории Беларуси, с севера на Украину, то уже точно, абсолютно самому лично Лукашенко не поздоровится, потому что никто уже не будет выбирать средств, тем более, что Запад здесь тоже не только не будет ограничен, будет сильнее помогать, потому что, ну, с Москвой связываться это одно, а Беларусь это все-таки масштабом ниже, и он отдает себе отчет, что может получиться, может не получиться вот это блицкриг какой-то очередной со стороны Беларуси на Киев. А если не получится, тогда, ладно, Путин далеко, он где-то в Москве, а Беларусь 200 километров между, да, границей до столицы Минска. Ракеты очень легко долетают и так далее. Очень похоже это на маневры. Вот мы хотели разобраться, ну, наряду еще и со второй предпосылкой, о продолжающейся ядерной риторике со стороны Лукашенко. Точно это с подачи Москвы производится, с подачи Москвы озвучивается. Это ложится в канву вашей старой версии о том, что Путин сам ни на кого нападать с помощью ядерного оружия не будет, а использовать для этого будет прокси. И время от времени, так сказать, его достают Лукашенко с тем, чтобы он в очередной раз погрозил то Польше, то Литве, то еще кому-нибудь с помощью вот тех боеголовок, которые на территории Беларуси размещены. Давайте, Юрий Георгиевич, по порядку. Вы согласны с той версией, что Лукашенко отдает себе отчет? Понимает, что если будет вторая серия нападений на Украину с Беларуси, то именно он станет одной из главных мишеней. Ну, российские войска тут понятно, но уже не будет такого, что вот Лукашенко и его окружение обойдет чаша сия, что называется. Я не думаю, что нужно смотреть на Лукашенко как на самостоятельного политического игрока. Я при этом не хочу сказать, что он вот буквально игрушка в руках Путина и делает вот прям вот... Как он мог получить разрешение на такие заявления? Это же никак не влияет. Он, конечно же, как любой диктатор, пытается сохранить какую-то независимость. Но я не думаю, что у него эта независимость есть. Основной вопрос, когда мы говорим о возможном втором наступлении с Беларуси в направлении Киева, это вопрос о сосредоточении российских войск в Беларуси. Как я понимаю, на данный момент этих сосредоточенных войск российских в Беларуси нет. Это вот такое мое понимание. Но военным, наверное, виднее. По утверждению Лукашенко, были сосредоточены украинские войска вдоль границы. При этом Лукашенко даже подчеркнул, что ВСУ перебросило туда части с фронта, самые вообще боеспособные. И, дескать, в ответ на это Беларусь тоже сосредоточила свои войска, а вот сейчас, мол, эта напряженность как-то, значит,
сошла на нет, и военные, он подчеркнул, что военные, а не дипломаты, договорились о том, что войска нужно отвести. Я не думаю, что все это буквально соответствует действительности, если иметь в виду маневры белорусских войск. И нужно не забывать, что совсем недавно проводились ядерные учения совместные. Российско-белорусские. И вот этот момент, конечно, важный. Вообще, стратегически в отношении Беларуси, и мы уже об этом говорили, ну, ничего не изменилось. Я как раньше считал, так и сейчас считаю, что освобождение Беларуси от российской оккупации – это ключ к победе в войне над Россией. Это ключ к победе Украины, да, без освобождения Беларуси, скажем так, закончить эту войну нельзя. Вот как бы то ни было, закончить эту войну нельзя, потому что Беларусь, и для этого не нужно как бы гадать, да, нужно просто на карту посмотреть, это геополитический плацдарм для наступления на Европу. Российской Федерации, да. Поэтому, если Путин контролирует Беларусь, значит, он оставляет за собой военную возможность нападения на Европу и начало, как бы, возможность начала проведения сухопутных операций против европейских государств, которые, да, являются частью НАТО. Но после ноябрьских выборов в Америке, в случае победы Трампа, эта ситуация в плане, как бы, стойкости НАТО, да, может сильно измениться. Поэтому Беларусь очень важна. Она важна, потому что это, повторяю, единственная возможность для Российской Федерации наступать в направлении Европы. И единственная возможность на самом деле для повторной попытки захвата Киева, без чего нельзя победить в Украине. Да? То есть, поскольку мы знаем, что у Путина есть идея навязчивая победы в Украине, мы понимаем, что эту победу нельзя обеспечить, не захватив Киев. Да? А на Киев нельзя наступать, не сосредоточив войска в Беларуси. Вот это как бы первый момент. И второй момент, о котором мы тоже, в принципе, действительно уже говорили. И я настаиваю, что это очень важный момент. Это то, что в случае победы Трампа на выборах в ноябре и в случае, если Соединенные Штаты выйдут из вовлеченности в европейские проблемы, не только как бы в российско-украинскую войну, а из вовлеченности в европейские проблемы, будет нарушен баланс ядерных сил в Европе, потому что ядерное оружие в Европе есть только у Франции и в Англии, и у Англии, в Великобритании. В недостаточном количестве для поддержания баланса с Российской Федерацией. И это, к сожалению, может создать для Путина соблазн использования ядерного оружия из Беларуси, да, нанося удар из Беларуси в направлении Восточной и Центральной Европы. То, что было озвучено в свое время в такой нашумевшей статье Сергея Караганова. Почти 7 тысяч нас смотрят, больше 2 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, особенно те, кто нас смотрит из Беларуси. Пожалуйста, белорусам большая просьба, размещайте эти ссылки у себя там в пабликах. Ну, не знаю, если это можно делать, или там по мессенджерам пересылайте. Какая есть возможность, может, мигранты смотрят. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Хорошо, тогда такой вопрос. Можно ли считать, что вот эта лихорадочная попытка Москвы продавить вопрос о прекращении огня, соответственно, перемирии, переговоров дальнейших через там прямых прокси своих, это Орбан, премьер-министр Венгрии, лидер партии Фидес, через других таких же конфидентов, ну, отчасти, но и Китаю апеллируют, и другим местам. Китай, кстати, инициировал проведение конференции с участием России по своей инициативе, но это пока только разговоры, хотя
Китай такое уже делал между Ираном и саудитами и так далее. Тем не менее, Москва очень хочет переговоров, ну, не скрывает этого. А чего здесь надо увидеть? Это вот желание Москвы, скажем так, предотвратить какой-то дальнейший хаос, непредсказуемый ход развития событий, проблемы внутреннеэкономические, неуверенность в военных успехах, потому что, ну, вот уже с мая длится наступление, ну так, в общем, несмотря на интенсивность, они успехи очень скромные. Дошли до Вовчанска, ряд мест населенных пунктов Запорожья, немножко в Донецкой области, в районе Часовой Яры, я везде во всех этих точках был, кроме Харьковской области, вот именно в районе Волчанска. Вот чем это объяснить? И в этом контексте для чего нужен Лукашенко? Он что, он как бы такой вот инструмент угроз для того, чтобы подвигать Европу, направлять ее в сторону, расположить ее в сторону переговоров и так далее? То есть пугалка этого Лукашенко, она нужна для того, чтобы делать страшное Европе. Давать ей понять, что, в принципе, можем его и использовать для того, чтобы... И Беларусь использует для атаки на европейские страны. Они, кстати, вот я посмотрел этих Скобейкиных, Скобейкиных, Поповых. Они там прям по карте водят, куда они какими ракетами ударят по странам Европы. Вот как вы думаете? Ну, смотрите, в апреле 24 года, то есть вот только-только, да, в Беларуси была принята новая концепция военная, разрешающая Российской Федерации наносить удар с территории Беларуси. Я имею в виду ядерный. Да, с территории Беларуси. Ну, здесь есть некий как бы деликатный момент, который заключается в том, что Беларусь не имеет права, согласно договору о нераспространении ядерного оружия, иметь свое ядерное оружие. Да. Это, конечно, можно изменить в любой момент. Россия может легко нарушить этот договор и передать Беларуси ядерное оружие для нанесения удара. Я думаю, что это то, как это будет, безусловно, сделано. Но чисто формально, да, для того, чтобы Россия имела право наносить удар с территории Беларуси ядерным оружием, вот Беларусь должна была изменить свою военную концепцию, что она и сделала. Так что, в принципе, ситуация с точки зрения использования России ядерного оружия из Беларуси лучше не становится со временем, а становится только хуже. Относительно переговоров, мне кажется, что это, ну, скажем так, военная хитрость, да, и идея заключается в том, что противника нужно как бы ослабить, да, психологически ослабить. К этим противникам относится и украинская сторона, естественно, и страны НАТО, и прежде всего Соединенные Штаты. И не случайно вот эта идея переговоров, да, которая была озвучена Путиным, она как бы немедленно была поддержана и озвучена еще и Трампом, да, что как только он станет президентом, даже не как только он станет президентом, а как только пройдут ноябрьские выборы, он поставит вопрос о переговорах. А суть этих переговоров, собственно, что стоит, вернее, за этими переговорами, озвучил абсолютно, как обычно, откровенно и вполне искренне Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 10 июля этого года, который сказал, что да, конечно, мы пойдем на переговоры, как и предлагает наш президент, но нужно понимать, что если по завершении этих переговоров останется хоть кусочек независимой Украины, этот кусочек независимой Украины все равно на нас нападет. Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы эта опасность была ликвидирована и бла-бла-бла. И еще там было обозначено, кстати, и то, что за Украиной стоит НАТО, стоит Запад, да, и что расслабляться не нужно, а нужно воевать. И это, кстати, та установка, опять же, которая не меняется уже какое-то время в Российской Федерации. Назначение Белоусова вместо Шойгу тоже говорит о том, что Россия встала на путь перманентной войны с Западом. Поэтому я не вижу никаких изменений в сторону к лучшему, скажем так.
То есть переговорный процесс – это, ну, хитрость, да, то есть в основе которой лежит, ну, такое мелкое жульничество, да, то, что наше, это наше, да, как сказал Медведь, то, что уже записано в Конституцию, как русские территории, это вот уже просто вот русские территории, а дальше мы будем обсуждать, да. Поэтому то, что наше, это наше, то, что мы объявили аннексируем, это наше, а дальше давайте разговаривать. И понятно, что никакого разговора не будет. К сожалению, я хочу подчеркнуть, для того, чтобы эта война закончилась, вот я даже не ставлю сейчас вопрос о победе, вообще проблема победы в российско-украинской войне, это довольно сложный философский вопрос, как мне кажется, да, поэтому я даже не ставлю вопрос о победе в российско-украинской войне, но давайте поговорим о прекращении российско-украинской войны. Вот российско-украинская война не может как бы прекратиться без нанесения ударов по Москве. Вот абсолютно ответственно это говорю. На самом деле есть два фактора, да? Освобождение Беларуси и нанесение ударов по Москве. Вот после этого российско-украинская война прекращается. Там отдельный разговор, что будет происходить как бы дальше, да, с разрушенными территориями, разрушенными украинскими территориями, да, как они будут восстанавливаться, кто за это будет платить, да, вот это, и даже вопрос о границах 91 года, это тоже как бы может долго-долго обсуждаться за пределами и после окончания войны. Но война, российско-украинская война может прекратиться только после освобождения Белоруссии и нанесения ударов по Москве, когда обеспечено таким образом, через ликвидацию вот этого белорусского плацдарма, обеспечена безопасность Европы, и Европа не должна больше думать о том, нанесет Российская Федерация ядерный удар из Беларуси или нет, начнет Российская Федерация сухопутные военные операции против Восточной Европы или нет, да, и после того, как Россия все-таки почувствует, что она втянула себя в страшную войну, потому что пока что Россия этого не чувствует. Пока что гибнет там, я не знаю, до полумиллиона человек, да, из провинции, про которых никто как не знал, так и не знает, как никто не слышал, так и не слышит, да, и эти люди никого не волнуют. Ни Путина они не волнуют, ни в России они никого не волнуют. Потому что в России, подчеркиваю, всех волнует только Москва. Ну, москвичей волнует только Москва, а у нас все, как мы знаем, сосредоточено в Москве. Ростов никого не волнует, Белгород никого не волнует, Воронеж, Тверь, да, тоже никого не волнует. Волнует только Москва. Поэтому, как только Запад, я не хочу никаких как бы резких слов говорить в отношении Запада в этом смысле, как только Запад все-таки возьмется за ум, и поймет, что нельзя, с одной стороны, давать Украине оружие, ну, хоть какое-то, да, а с другой стороны, связывать ВСУ руки и куда-то разрешать наносить удары, а куда-то их не разрешать наносить, никаких изменений в этой войне не будет. Это будет вот такая вяло текущая война, да, вот она уже длится 2 с лишним года, с постоянным разрушением с воздуха Украины, да, все большим и большим и большим и большим, и вопрос только о скорости этого разрушения, да. Понятно, что эта скорость разрушения не такая, какую хотелось бы Путину иметь, да, он как бы разрушает Украину достаточно медленно, да, для того, чтобы захватить всю страну. И с такой скоростью, может, ее и нельзя захватить. Но для того, чтобы это все остановилось, да, нужно изменить концепцию войны и стратегии войны. Нужно перестать связывать Украине руки и, наконец, разрешить Украине попробовать в этой войне победить. Хотя это не банальная задача именно из-за того, что Россия страна большая и с неограниченными, психологически неограниченными человеческими
ресурсами. Они, может быть, как бы количественно ограничены каким-то количеством миллионов, но психологически Россия абсолютно все равно, сколько народу гибнет в этой войне. В отличие от Украины, что, конечно, ставит Украину в более сложное положение. Угу. Ну, 10 тысяч почти нас смотрят, и 3,5 поставили такие свои лайки. Просьба еще раз. Тем, кто к нам присоединился, но это все-таки приличное количество людей, пожалуйста, если не можете, размещайте ссылки в своих аккаунтах в социальных группах на этот эфир ссылки или пересылайте через мессенджеры эти ссылки. Это тоже очень-очень эффективно. Ставьте лайки этому эфиру, подписывайтесь на наш канал. Небольшое объявление. Я напомню, что буквально вчера мне вынесли приговор в России. Приговорили к 11 годам лишения свободы по статье 207.3 части 2. Я вчера об этом провел свой эфир. Если кому интересно, пожалуйста, посмотрите эфир «Путин 11 лет». И вот он, есть ссылка на моем канале с рассказом о том, какие там есть детали у этого приговора. А мы продолжаем, собственно говоря. Смотрите, тогда давайте перейдем к американской повестке. Она как бы вытекает, связана с тем, что происходит. Вы этого коснулись, Юрий Георгиевич, но как вы оцениваете ситуацию на американских выборах? Давайте об этом тоже скажем. Это тоже все предельно взаимосвязано. Все-таки согласны ли вы с тем, как противник Трампа, последовательный, убежденный противник Трампа, что все последние события, начиная от дебатов 27 июня Трампа и Байдена, значит, покушение на Трампа до этой недели, в воскресенье, в Пенсильвании, они, в общем, скорее создают предпосылки, не говоря уже о состоянии здоровья Байдена, возможной победы Трампа, и об этом много пишет американская пресса, об этом говорят наблюдатели, эксперты и так далее. Что, в принципе, может это изменить ситуацию? Что может остановить приход Трампа к власти? Я, опять же, без всякого, я нейтрально в этом смысле пытаюсь формулировать, но интересно ваше мнение, как эта ситуация складывается и как может развиваться в принципе. Да и я в этом плане абсолютно нейтрален. То есть, безусловно, все последние события играют как бы Трампу на руку. Да? Дебаты были абсолютно катастрофические для Байдена. Не потому, что Трамп как-то иначе выглядел, чем ожидалось. Да? Трамп, как обычно, ни одного слова правды не говорил. Но тексты никого не интересовали, а всех интересовал, на самом деле, это то, для чего народ дебаты эти смотрел, всех интересовал ответ на вопрос, протянет ли Байден еще 4 года, то есть можно ли за этого человека голосовать. И, конечно, ответ на вопрос в целом был отрицательный. Да? И покушение, безусловно, так или иначе тоже как бы сыграло в пользу Трампа. Безусловно. Означает ли это, что Трамп уже, как говорится, победил? Нет, не означает, по двум причинам. Да? Во-первых, все больше и больше голосов среди демократов и демократической партии раздаются в пользу как бы требования к Байдену не участвовать в этой войне. Да. Уйти из кампании. Уйти из кампании и дать кому-то еще, да, возможность победить. Если спрашивать мое мнение, хотя я, в общем, не являюсь специалистом по внутриполитическим вопросам США, я бы считал, что это стоит сделать по очень как бы многим причинам. Да. И тогда шанс победить Трампа у демократической партии, шанс победить становится больше, а не меньше. Да? Хотя есть какое-то количество людей, какие-то результаты опросов, которые говорят о том, что у Байдена есть шансы победить. Нужно понимать, учитывая специфику избирательной системы в Соединенных Штатах, что большинство штатов традиционно являются либо демократическими, либо республиканскими,
И в этом смысле в президентской гонке не участвует, потому что, ну, условно говоря, в Массачусетсе все равно победят демократы, в Калифорнии все равно победят демократы, в Нью-Йорке все равно победят демократы, а в Техасе все равно победят республиканцы. Да? То есть вот есть серьезный список штатов, где, собственно, исход выборов ясен еще до выборов. Но есть колеблющиеся штаты, и вот за них, собственно, идет борьба, и там, конечно, исход выборов вот в этих штатах никто не знает. Но Байден выглядит не очень хорошо, и считать, что к ноябрю он будет выглядеть лучше, мне кажется рискованно и неправильно. При этом нужно понимать, что времени осталось очень-очень мало. Да? И вот просто так подсунуть избирателям нового кандидата в президенты в последнюю минуту и сказать, а вот теперь вот голосуйте за него, в общем-то рискованно и очень не по-американски, да, американцы таких сюрпризов не любят. Они все-таки хотят на кандидата посмотреть и понять, кто он, что он, с чем его едят, какие у него планы. Большое количество политиков уже на всякий случай, как мы знаем, да, начинают налаживать с Трампом отношения, как если бы он уже победил на выборах. А вот вашингтонские элиты сделали такой же шаг? Они пытаются наладить с ним, в общем, при его риторике антиэлитной против вашингтонской элиты наладить отношения, договориться с ним, чтобы он какие-то рамки, границы соблюдал в случае своей победы? Ну, понимаете, есть, конечно, довольно большое количество политиков, республиканских в том числе, да, которые считают, что с Трампом о чем-то можно договориться. Mm-hmm. Мне кажется, что это иллюзия и очень наивный подход к Трампу. С Трампом договориться ни о чем нельзя. Да, он очень хорошо знает, что он будет делать, что он планирует сделать, что-то ему удастся, что-то, может быть, не удастся. Но в отношении Украины, я думаю, ему удастся сделать то, что он хочет, а именно сдать Украину Путину. Со стороны Трампа это ему это удастся. Да? Мы видим по выбору его вице-президента, что Трамп намерен в украинском вопросе косми лечь, но остановить американскую помощь Украине. И Трамп это, подчеркиваю, сделает. Причем сделает не 21 января 25 года, когда въедет в Белый дом, ну, если он победит, а сделает это уже в ноябре, как только он победит на выборах. Он найдет инструменты освободить эту помощь. Хочу сразу подчеркнуть, что я не считаю, что это приведет к поражению Украины и к сдаче Украины и к победе Российской Федерации. Я считаю, что это усложнит положение Европы. Европа должна будет сама, да, находить возможности для помощи Украины. Но на американскую помощь действительно Европе уже не нужно будет рассчитывать, неправильно рассчитывать после ноября, если победит Трамп. Да? А нужно понимать, что Трамп первый кандидат в президенты Соединенных Штатов, осужденный как преступник, да? Ему еще не назначен срок, и я далек от мысли, что этот срок будет назначен до выборов, по крайней мере, а потом этот срок может быть, ну, как угодно, в общем, дезавуирован по результатам избирательной кампании, по результатам выборов. Но тем не менее, Трамп осужденный преступник, да, и конечно, налаживать с ним отношения до того, как он победил, достаточно рискованно. А если он проиграет, то что тогда?
да, с этими налаженными с Трампом отношениями. Кроме этого, Трамп зарекомендовал себя человек, который всегда всех обманывает, который обещает назначение людям и потом слово не сдерживает. Да. И ясно уже, что Трамп будет вокруг себя в этот раз, потому что в 2016 году это было не совсем так. В этот раз вокруг себя будет собирать только тех людей, которые вот с ним согласны абсолютно во всем, по всем пунктам, да, вот как его вице-президент, да. И те люди, которые его не поддерживают по всем пунктам, до Белого дома не доберутся. Им может быть все что угодно обещано на волне самих выборов, но как бы 21 января все будет изменено, и ни один из людей, не поддерживающих Трампа, абсолютно в Белый дом не пробьется. Так что ситуация серьезная. Опять же, если Байден останется кандидатом, и если он победит на выборах, то это создаст определенные сложности, потому что, к сожалению, в отношении Украины, если брать Украину, да, позиция Байдена в последнее время, она недостаточно четкая, я считал. Американцы, как я уже говорил, не меняют свою стратегию в отношении Украины и до сих пор пытаются сделать все возможное для того, чтобы Россия в этой войне не проиграла, опасаясь двух моментов. Один, я бы считал, вполне резонный с точки зрения опасений, это ядерная эскалация конфликта. А вот второе абсолютно как бы фиктивное, да, мифическое, это боязнь распада Российской Федерации на несколько государств. И в то время как по первому пункту, ну, действительно нужно, в общем, думать о том, считать шансы, да, и смотреть, есть ли шанс на то, что эта война эскалирует в ядерную или нет, то по второму пункту распад Российской Федерации я бы наоборот его приветствовал, если это действительно произойдет, да, а не опасался этого распада. Mm-hmm. Так, почти 11 тысяч нас смотрят, и мы в эфире почти 33 минуты, ну, без малого, скоро будет 33 минуты, у нас еще немножко есть времени. Просьба еще раз к тем, кто к нам присоединяется, нашим зрителям, нашим постоянным подписчикам, пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир, и другого способа эффективного познакомиться с этими эфирами аудитории, его как бы даже и нет. Вот, поэтому, а мы двинемся дальше. Ну хорошо, вот в этом контексте возможного прихода Трампа, роли Москвы в давлении на официальный Минск и так далее, давайте коснемся Китая во всех этих раскладах, потому что, вот смотрите, есть какое-то противоречие, потому что Москва затеяла челночную игру, значит, премьера Орбана, премьера Венгрии Орбана, одновременно тот побывал в Пекине, был, встречался с Трампом, вот, в его поместье, и одновременно формат, который видит, видимо, Москва, он и в Киеве был и так далее, это, скорее всего, какая-то конференция, это какая-то саммит между Москвой и Украиной, и сзади, за ними, маячат две сверхдержавы, США и Китай, каждый выступающий гарантом по отношению к участникам конфликта. Вот. Но удивительное дело, мы знаем, что, во-первых, Трамп настроен предельно антикитайски, но это свои его какие-то соображения. И в общем, и в целом, исходя из его фанаберии, политическое и другое, ну, в общем, зачем ему с каким-то Китаем, зачем ему все остальные, даже Киев, он хочет договариваться с Москвой. Вот что Китай, на ваш взгляд, и как он себя поведет, и как попытается, ну, разменять свое участие, вот, старый тезис, я его тоже держусь, за миротворческую миссию по прекращению войны в Европе, Китай ведь что-то попросит, но, понятно, на поверхности лежит Тайвань. Насколько здесь есть варианты развития и какие сценарии между Соединенными Штатами, Пекином и в контексте войны в Украине и всех акторов, которые вовлечены в нее? Да вот
Я-то думаю, что нет тут никаких сценариев. Да? Есть некое наивное желание, да, со стороны людей, которые действительно переживают из-за происходящей в Европе войны, из-за того, что гибнут люди, да, там, как минимум 500 000 человек уже погибло, и хотят прекращение этой войны. Да, это желание совершенно естественно, и под ним может подписаться кто угодно. Да, вот хотим прекратить эту войну. Правильное желание. А вопрос, на каких условиях? И вот здесь мы упираемся в совершенно неразрешимые проблемы. Да? Потому что, опять же, как следует из текстов Медведева, и я к ним обращаюсь, поскольку, понимаете, по двум причинам. Медведев ближайший к Путину человек, ближайший. Вот он во время Пригожинского мятежа 24 июня, да, взял с собой только Медведева. Вот самый близкий был человек, которого он спасал вместе с собой, да, от вот непонятного мятежа, как сказал Медведев потом, да, когда они вернулись, что это была попытка захвата власти. Вот понятно было, что это попытка захвата власти, что их, может быть, там пристрелят, этих двоих, да, что надо спасаться. Вот они где-то там в бункере спасались, пока не пересидели эту ситуацию, и спаслись, как мы знаем. Да? И Медведев, как бывший президент и бывший премьер-министр, да, то есть человек высокопоставленный, над ним нет цензуры. Вот над любым другим человеком, который рот открывает в Российской Федерации, есть цензура. Есть кто-то, кто может ему по шапке дать, если он что-то не то скажет. А вот над Медведевым этой цензуры нет, потому что единственный, как бы, теоретически существующий человек – это Путин, да? А Путин – его приятель. Поэтому тут все нормально. И поэтому Медведев говорит как бы бесцензурно, говорит абсолютно искренне, да? И очень часто выбалтывает государственные тайны. Да? Например, вот он рассказал о том, что в Кремле Трампа называют полковник Даниил Трамп, да? как полковник Штирлиц. Да? Вот. А это наш, их человек в Вашингтоне, да, вот наш человек в Вашингтоне, полковник Даниил Трамп. И он же рассказывает откровенно о планах Российской Федерации. И из этих рассказов, тем не менее, приходится с грустью сделать вывод, что эти планы заключаются в полном уничтожении Украины. В уничтожении Украины как государства, уничтожении украинского народа как народа, да, и уничтожении украинского языка как языка, на котором говорят люди некой территории или, да, некой страны. Вот поэтому нет здесь места для переговоров. Их нет. Это, ну, иллюзия. Вот как не было места для переговоров с Гитлером после 1 сентября 1939 года. Да, вот уже не было места для переговоров. Уже как бы можно было решить проблему войны только через окончание войны. Да? Ну, то есть через победу в одной из сторон. Я думаю, что и с Украиной мы находимся уже здесь, да, и поскольку вот в этом состоянии, да, что не переговоры можно обсуждать. Китай, раз уж вы задали вопрос про Китай, мы, ну, по крайней мере, я не буду про всех говорить, я искренне надеялся все-таки, что Китай займет осторожную, нейтральную позицию, поскольку Китай, в отличие от России, есть что терять, да. Россия там нефть и газ продает, а Китай, тем не менее, продает в Соединенные Штаты прежде всего, ну, меньше в Европу, да, конечный продукт, как говорится. И санкции в отношении Китая для Китая будут абсолютно разрушительны. Они будут тяжелы в этом плане для Соединенных Штатов тоже, да, потому что у нас тут как не возьмешь что-то в руки, все сделано в Китае. Но
Но и нынешние санкции европейские в отношении России, они для Европы тоже тяжелые. Да? Вот не зря же обсуждают, что эти санкции, они типа приносят большего ущерба, больший ущерб Европе, чем России. И в каких-то случаях это именно так. Но в этом нет ничего неправильного. Это абсолютно как бы нормальный процесс. Это процесс, ну, из отрезания России от цивилизованного сообщества. То есть другое дело, что Россия сама это спровоцировала, да? Но задача-то Европы как раз действительно отстроить свою экономику, отстроить свою жизнь без участия в ней России. И это достигнуто. Да? И то же самое будет сделано с Китаем, если вдруг Китай встанет на тропу войны. Опять же, в отличие от России, Китай пока что свои войска за пределами границ Китая не использовал. Вот пока что. Да? Но и Россия до 2008 года за пределами границ Российской Федерации войска не использовала. И только с 2008 года все изменилось. Поэтому опять же, ситуация ухудшается. Вот если там смотреть год назад, два года назад, три года назад, ситуация в смысле Китая ухудшается. Да? Китай в начале войны не объявил эту войну войной. Да? Китай не призвал ни разу к выводу российских войск с оккупированных территорий. Китай только на конференции в Саудовской Аравии признал право Украины на существование, но не сказал, в каких границах, а это ключевой момент. И Китай, как мы знаем, уже на сегодняшний день является главным экономическим партнером России, главным политическим союзником России и на самом деле не только компенсирует поставки северокорейского оружия в Россию, но и поставляет, похоже, просто оружие Российской Федерации. Да? Поэтому Китай, к сожалению, стал союзником России. А, ну, в Европе и США, конечно, в открытую сейчас заявлять об этом не очень выгодно, и начинать воевать еще и с Китаем не очень выгодно. Но я думаю, что позиция Китая ясна. И на переговорах Китай ничего не сможет предложить украинской стороне. Вот абсолютно ничего. Потому что если предложения, условно, Китая будут просто повторенными предложениями Путина, которые, подчеркиваю, заключаются в том, что Украина должна отказаться от своей независимости, то ни к чему это не приведет. И понимаете, когда от Украины требуют, чтобы она заявила о нейтральном статусе на фоне отказа от части своей территории, а это часть своих территорий, это, собственно, пункты, да, мирного так называемого предложения Путина, то ведь это, ну как сказать, открытое подтверждение планов Путина, ну не повторно, хотел сказать повторно, уже не повторно, а уже в третий раз, да, напасть на Украину. Опять же, это то, что сказал Медведев в Твиттере от 10 июля, и затем развил эту же мысль в телеграм-канале, не в Твиттере, в телеграм-канале от 11 июля, да. И суть ведь заключается в следующем. Вот если бы Путин действительно хотел мира с Украиной, вот типа отдайте нам то, что мы хотим, те территории, которые мы хотим, а вот дальше я вам обещаю мир. Вот все. Больше нога российского солдата не ступит на украинскую территорию. То вот в этот момент он как раз должен был требовать, как обязательного, это включение пункта о принятии Украины в НАТО. Потому что как раз принятие Украины в НАТО, во-первых, гарантирует то, что не будет войны между Украиной, являющейся членом НАТО, и Российской Федерации, а главное, как мы знаем, НАТО не берет в свои члены страны с неразрешенными территориальными конфликтами.
любая страна, вступающая в НАТО, должна гарантировать, что у нее нет неразрешенных территориальных конфликтов. Вот это было бы, если Путин действительно хотел бы получить некие территории и подписать с Украиной, как говорится, мирный договор на вечные времена, да, чтобы Украина вступила в НАТО. Поскольку Путин требует обратного, чтобы Украина не вступала в НАТО, то совершенно понятно, и опять же, как честно нам сказал Дмитрий Медведев, да, это вот подчеркиваю текст от 10 и 11 июля, понятно, что это лишь, как сказать, попытка получить некую передышку для того, чтобы чуть-чуть перестроиться, перегруппироваться, ослабить бдительность противника, потому что, конечно, когда уже всем кажется, что мир не за горами, уже можно как бы винтовки поставить в стенные шкафы, да, и разобрать их на части, это ослабляет противника. Да, да и Европу это ослабило бы, да и НАТО это ослабило бы, и Америка бы во главе с Трампом особенно сказала бы, что все, мир уже достигнут. Так что это военная хитрость. Не будет никаких переговоров. И с Трампом не будет никаких переговоров. Он действительно там потребует, чтобы эти переговоры состоялись, да? Но дальше они ни к чему не приведут, потому что Путин на этих переговорах потребует отказа Украины от своей независимости, в чем его, конечно, тут же поддержат и Трамп, и Китай, да? Но ничего этого не будет, потому что Украина от своей независимости не откажется и самоубийством она окончательно не собирается. Ну что ж, неплохое завершение этого эфира, почти 47 минут мы в нем находились, 12 с лишним тысяч нас прямо сейчас смотрят, просьба к ним, ссылки на этот эфир распространять в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф, ну и ставить лайки. Ставить лайки, их почти 5500, так что очень рассчитываем на вашу помощь. Юрий Георгиевич, спасибо за этот эфир. Ну, вы, конечно, всех тем мы не смогли обсудить, но, во всяком случае, телеграфно коснулись очень значимых. Благодарим, что вы пришли к нам сегодня в эфир. Ну, будем надеяться на следующую встречу, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Обязательно к этому разговору вернемся. Спасибо. Спасибо вам, Захарович. Да, всем всего доброго. Вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сім'ї». Час. Я Олена Кирюк і рада вітати на стрімі разом зі мною Юрій Фельштинський, російсько-американський історик, доктор історичних наук, дослідник новітньої історії Русі. Юрій Георгійович, привітаю вас. Рада вітати. Добрий день. Здравствуйте. Я традиційно закликаю наших глядачів бути активними під час перегляду цього відео, вподобайки, коментарі, поширення, ну і так само щиро будемо вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу. Юрій Георгійович, начать хочу з событий, які зараз відбуваються в Америці. Вот эта вот жорстка предвиборна кампанія, покушення на Трампа. Як це буде в ближайшее время отражаться, в принципі, на геополітичних процесах в мире і, в частности, на політиці Соединенных Штатов Америки в отношении України? На последний вопрос легко ответить, поскольку только что стало известно, ну, вчера стало известно, кого Трамп выбрал себе в вице-президента. И, к сожалению, этот человек, который, ну, как правильно в данном случае заметил Байден, абсолютный клон Трампа. И позиция его в украинском вопросе хорошо известна, а именно ни копейки помощи Украине. Так что вот эта часть ясна. Все остальное, ну, кампания и раньше была жесткая, добавилось два фактора. Один ожидаемый в каком-то смысле, его все боялись, второй совсем неожиданный. Первый фактор – это возраст Байдена и очевидным образом ухудшающееся его здоровье, что стало очевидно всей Америке во время дебатов Байдена и Трампа.
Это, безусловно, очень, очень серьезный минус, который будет влиять на избирателей. Трудно просчитать, как именно, потому что есть демократический сектор, который все равно будет голосовать за Байдена, вернее, так точно не будет голосовать за республиканцев. Но есть какие-то колеблющиеся люди, для которых вполне возможно фактор здоровья Байдена будет очень важен. Ну и только что произошедшее покушение на Трампа, ну, конечно же, сыграет в пользу Трампа. Уже сыграла и сыграет в пользу Трампа. Так что посмотрим, как будет продолжаться избирательная кампания. Многие в демократическом лагере надеются, что Байден снимет свою кандидатуру, и демократы выдвинут в кандидатом президента кого-то еще. А произойдет ли это или нет, абсолютно непонятно, потому что в Америке, к сожалению, законов никаких, в том числе и на эту тему, нет. Прецедентов таких, к сожалению, тоже не было. Поэтому мы совершенно сейчас в некоторой растерянности по этому вопросу. Вот это вот покушение на Трампа, вот знаете, такие уже сравнения появлялись в прессе, называли это «черным лебедем». Вы согласны с такими оценками или нет? Вы знаете, я думаю, что немножко в данном случае все проще, ну, как часто бывает во время, ну, когда происходит подобного рода покушение в мире в целом. Я думаю, что молодой человек просто захотел войти в историю, и если бы, скажем так, в этот день, в этом месте выступал бы Байден, а не Трамп, он бы стрелял в Байдена. Но так или иначе, конечно, факт покушения, неудавшегося покушения, да, он сыграет в избирательной кампании, он сыграет в пользу Трампа. В какой мере сыграет, это уже другой вопрос, но безусловно, сыграет в пользу Трампа. Я не думаю, что за этим покушением стоит что-то еще. Я даже не думаю, что за ним стоят какие-то политические мотивы покушавшегося. Да? Ему было 20 лет, он местный житель, и, скорее всего, к сожалению, да, это один из тех случаев, когда человеку просто захотелось пострелять. Орбан и его деятельность. На какие мысли наталкивает вас, что это такое? Появились сообщения, в частности, об этом пишет издание «Политика», что 63 депутата Европарламента требуют от руководства Евросоюза лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за вот таких действий Орбана, который ездил к Путину и занимается, вот как он называет это, миротворческой деятельностью. Ну, Орбан абсолютно прокремлевский, пропутинский политик, он давно им был, да. Он не единственный, просто он сейчас остался на плаву, в то время как все остальные немножко ушли в тень или со сцены, да. Был Берлускони, который умер, был Милош Земан, который ушел в отставку после своего срока, да, есть Шрёдер, который просто неактивный политик, есть Трамп, и вот есть Орбан, да. Причинно-следственные связи – это как бы отдельный разговор, почему Орбан занимает именно эту позицию, но Орбан, безусловно, является подрывным прокремлевским элементом в Евросоюзе и в НАТО, ставит палки в колеса при каждом удобном случае. И понимаете, поскольку
Путин искренне убежден, что единственная причина, по которой он не может захватить Украину, это западная помощь, то, соответственно, своим агентам он дает очень четкое задание, да, вот косми ложиться, но сделать все возможное, чтобы эта западная помощь остановилась. И такое задание дано Трампу, такое задание дано Орбану. Да, Орбан, конечно, сейчас пользуется моментом, который заключается в том, что в порядке очередности Венгрия стала председательствующей на какое-то время. Я не знаю правил Евросоюза, но если, и не знаю, какие были прецеденты на эту тему, но если действительно можно Венгрию лишить права голоса, я бы, конечно, приветствовал такое решение, потому что смотреть на то, как Орбан от имени Евросоюза, что, кстати говоря, абсолютное введение в заблуждение общественности, да, летает по разным странам и всем продает им одну и ту же идею сдать Украину как можно скорее, конечно, смотреть на это достаточно больно, но похоже, что все-таки, да, поскольку Запад живет по каким-то, ну, нормам, да, нарушать эти нормы не принято даже тогда, когда член Евросоюза совершает действия абсолютно предательские в отношении Евросоюза и в отношении НАТО. Юрий Георгиевич, хочу с вами также обсудить, вот, по вашему мнению, каково и какую игру сейчас ведет Путин? На что он делает ставку? Я думаю, что нам это примерно понятно. И тут действительно есть о чем поговорить. Во-первых, установка взята на перманентную войну. Об этом говорит снятие Шойгу и назначение на пост министра обороны Белоусова, который является, ну, скажем так, человеком, ответственным за военно-промышленный комплекс, да, на то, чтобы война работала как бы с экономической точки зрения, да, чтобы у России были деньги и было вооружение для того, чтобы вести войну. Если бы речь шла о том, что Путин планирует прекращать эту войну, наверное, на эту должность был бы назначен кто-то еще. Во-вторых, Путин, конечно же, надеется на ноябрьские выборы в Соединенных Штатах и на то, что победит на этих выборах Трамп, который, как я уже упомянул, косми ляжет по просьбе Путина, чтобы остановить помощь Украине. И я уверен, что это ему удастся, причем удастся не 21 января, когда он въедет в Белый дом, а уже в ноябре месяце, когда он победит на выборах и выступит с аргументом, что народ проголосовал за него, значит, народ проголосовал за остановку помощи Украине. И я уверен, что эта помощь, американская помощь, будет остановлена уже в ноябре, и Европе, соответственно, придется обходиться без американской вовлеченности в европейские проблемы. Это подчеркивает то, что Трамп обещал, и я уверен, что то, что он реализует, безусловно. Так что в каком-то плане Путин ждет и будет ждать событий ноября этого года. Из текстов многочисленных Медведева, который в данном случае, будучи близким Путину человеком, высказывает, естественно, более, скажем так, пространно то, что накопилось в голове Путина. Из текстов Медведева следует, что Россия не планирует останавливаться, а планирует уничтожить Украину. Соответственно, причем уничтожить вот в физическом смысле, да? Уничтожить Украину как государство, уничтожить украинцев как народ, ну, скажем так, наверное, язык уничтожить сложнее, но, по крайней мере, сделать все от себя зависящее, чтобы украинский язык перестал как бы существовать как язык, как государственный язык.
Это в почти ежедневных текстах Медведева, в общем-то, все повторяется из раза в раз. Да? У России взята установка, взят курс на уничтожение Украины как государства. Соответственно, из этого следует, что на самом деле, ну, скажем так, мечты о переговорах, размышления о переговорах, с чьей бы стороны они ни исходили, это иллюзия и введение, в общем, себя, да, в заблуждение. Переговоры с Путиным и с Российской Федерацией на самом деле невозможны. Из этого следует, что военные действия будут продолжаться, и я считал бы, что довольно много все-таки шансов, да, хотя все пытаются этого избежать, понятное дело, но достаточно много шансов на то, что, особенно если в Америке победит Трамп, война расширится и, вероятно, выйдет за пределы Украины, если иметь в виду вопрос европейской безопасности. В этом случае, понятное дело, в зоне риска прежде всего оказываются пограничные с Российской Федерацией страны, а именно Польша, страны Балтии и Финляндия со Швецией. Да? Поэтому как бы, ну, никаких мирных вариантов, да, или спокойных вариантов разрешения конфликта, да, завершение войны, начатой в феврале 22 года, я не вижу, разве что стремительно, что необходимо сделать, разве что абсолютно стремительно Запад изменит свою стратегию ведения этой войны и разрешит Украине наносить удары по территории Российской Федерации без ограничений, ну, современными видами вооружений, да, дальнобойными видами вооружений. И я хочу подчеркнуть, я неоднократно об этом говорил, что эту войну нельзя закончить без нанесения ударов по Москве. Это абсолютно необходимый фактор. И ситуации, когда Россия наносит удары по Киеву, а Киев отвечает по Белгороду и Ростову, он не ведет ни к победе, ни к окончанию войны. Поэтому, ну, ясно, что в Украине всем хотелось бы одержать победу, мне тоже хотелось бы одержать победу над Российской Федерацией. В Европе, наверное, очень многие согласны даже не на победу, а на прекращение войны. Так вот, прекращение этой войны даже по такому, ну, такому серединному, да, нейтральному европейскому сценарию невозможно без нанесения ударов. Эта война никогда не закончится иначе, потому что Россия этой войны не чувствует. А Россия ее почувствует только если удары будут наноситься по Москве, поскольку остальные территории и остальные города Москву не волнуют. Юрий Георгиевич, я помню нашу с вами беседу в прошлом году, вы говорили о растущей угрозе со стороны Беларуси. Вот то, что происходит сейчас там, учения, которые белорусские войска проводят с китайскими, кстати, на границе со странами, с европейскими странами, вызывают ли у вас сейчас опасения? Вот что это такое, как читать эти сигналы? Насколько велики угрозы? Потому что многие говорят о том, что это, ну, просто такая, знаете, пропагандистская картинка, не более того. Нет, я не думаю, что это просто пропагандистская картинка. Беларусь, ну, для этого просто нужно на карту посмотреть, ничего больше делать не надо, является важнейшим геополитическим плацдармом для нападения на Восточную Европу. То есть не имея в своем распоряжении Беларусь, не подчинив себе Беларусь,
не получив это пространство, нельзя угрожать Европе. Это то, из-за чего захлебнулась первая российская кампания 2014 года, поскольку Беларусь еще не была захвачена. Это то, с чего началась российская кампания по подготовке Второй украинской войны, да, с захвата Белоруссии, с переброски туда российских войск и с наступления российских войск из Беларуси на Киев. Это наступление провалилось, и по этой причине у России до сих пор, как мы видим, да, серьезные проблемы с продвижением вглубь украинской территории. Потому что, конечно, война против Украины по сценарию, который был, он был в этом смысле вполне правильный сценарий, да, должна была начинаться и, собственно, заканчиваться захватом Киева. Этого, как мы знаем, не произошло. Так вот, с потерей Беларуси, да, вот если каким-то волшебным образом, да, освободить Беларусь и вытеснить оттуда российские войска и, скажем так, российское влияние, война против Украины теряет какой-либо смысл. Она стратегически, размышляя, становится невозможной. Из потери Беларуси, если Россия не контролирует Беларусь, невозможно угрожать, подчеркиваю, даже не вести военные действия, а вообще угрожать даже Европе, прежде всего Восточной Европе. Ну и с потерей Беларуси, что особенно важно теперь уже, после того, как Россия заявила о переброске туда ядерного оружия, невозможно угрожать Европе ядерным оружием, потому что я далек от мысли, что Россия планирует наносить ядерный удар со своей территории, я думаю, это исключенный сценарий. А вот сценарий, при котором в таком гибридном формате, как мы принято, да, использовать это модное слово, в гибридном формате нанесения ядерного удара из Беларуси с громкими утверждениями, что Россия к этому не имеет отношения. Вот в такой сценарий я вполне верю. И вот по всем этим причинам Беларусь является важнейшим фактором. Я поэтому давно, в общем-то, призывал украинские военные силы рассмотреть вопрос о формировании дивизии Калиновского на базе полка Калиновского и других белорусских военных соединений, которые воюют, подразделений, которые воюют уже в составе ВСУ на стороне Украины. И с целью поставить вопрос о вторжении в Украину, в Беларусь, извините, и об освобождении Беларуси от российской оккупации. Я до сих пор считаю этот пункт важнейшим. И в истории есть такие прецеденты, скажем так, Вторая мировая война полна примерами, да, когда в рамках борьбы с Германией, в рамках уже организации «Победа над Германией», вторжения происходили, вторжения и не на территории Германии. Да? На территории Германии союзники вторглись намного позже. А изначально, да, союзники высаживались как бы на территориях вокруг Германии. Да? В Италии, во Франции, в Восточной Европе, в Скандинавии. А Германия была уже оставлена на закуску, да, напоследок. А так и в случае с Украиной, с потерей Беларуси, подчеркиваю, Россия теряет какие-либо возможности и какие-либо шансы наступать в Украину. Все же китайцы, вот что сейчас делают, и не направил ли он, Си Цзиньпин имеется в виду, туда своих армейцев для того, чтобы упредить какой-то самый ужасный сценарий? Ну, я не думаю, что, к сожалению, я должен сказать, да, я не думаю, что кто,
кто-либо сейчас рассматривает действительно вопрос о вторжении в Беларусь, об освобождении Беларуси от российского ига и от режима Лукашенко. Лично я бы это приветствовал, но это не то, что происходит, безусловно. Китай, к сожалению, занял пророссийскую позицию. Очень многие надеялись, что этого не произойдет, что Китай, по крайней мере, останется нейтральным и может быть, даже наоборот, предпринят какие-то усилия, чтобы остановить эту войну, что Китаю было бы очень легко сделать, потому что это действительно мощная держава. Но Китай встал на прямо противоположный путь. Он стал главным экономическим партнером России, он стал политическим партнером России. Он, как мы теперь уже знаем, оказывает помощь военную не только Корее, компенсируя корейские поставки оружия в Россию, но и Российской Федерации. Поэтому здесь, к сожалению, тоже от иллюзий пришлось избавиться. И вместо того, чтобы, ну, с легкостью, я бы считал, попробовать остановить эту войну, Китай, наоборот, подбрасывает как бы дрова в огонь. Экономические связи Беларуси с Китаем всегда были достаточно серьезными, прежде всего из-за калийных удобрений, потому что калийные удобрения производятся в двух странах, в Российской Федерации, ну, в таком серьезном количестве, в Российской Федерации и в Беларуси. Соответственно, белорусская калийная компания, которая реально владеет Лукашенко, всегда являлась поставщиком удобрений в Китае, и на этом строились серьезные экономические отношения между двумя странами. А если сейчас, допустим, Лукашенко попробовал трансформировать эти отношения еще и в военное сотрудничество или в более очевидное политическое сотрудничество, да, то это, ну, да, могло привести к каким-то таким объявленным и публичным мероприятиям, в том числе и военного характера. Я не думаю, прямо скажем, что речь идет о военном союзе между Китаем и Белоруссией. Я думаю, что это вещь скорее невозможная, поскольку для Китая такое поведение достаточно рискованно. Китай все-таки, в отличие от Российской Федерации, которая поставляла только сырье всему остальному миру, ну и продолжает это делать, несмотря на санкции, Китай интегрирован в мировую экономику достаточно серьезно, причем на уровне, как бы, конечного производителя товара, да, и санкции против Китая, хотя они будут, безусловно, ощутимы и для Соединенных Штатов, прежде всего в меньшей степени для Европы, но санкции в отношении Китая, для самого Китая, будут, конечно же, разрушительны. Юрий Георгиевич, я вас благодарю, как всегда, за интересную беседу, за то, что нашли время и возможность присоединиться к этому стриму. Всегда вас рады видеть на канале «Сейчас». Добрый день, Илья. У нас тут вот мы весь сегодняшний день говорим про международные новости и говорим про разные визиты, про разные переговоры, про разные события. Обсудили саммит НАТО, обсудили визит в Москву на Нарендра Моди. Моди, господи, что же все время море? Мементо Мори, да, у меня какая-то вот явная ассоциация здесь, да, значит, короче, Моди, то есть премьер-министр Индии. Но был еще один знаковый визит, вояжер на этой неделе, это Виктор Орбан, который совершил такую полноценную кругосветку, был в Украине, был в Москве, был в Пекине, потом пролетел в Соединенные Штаты, встречается с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде и принимает участие после этого в саммите
НАТО в Вашингтоне. Давайте посмотрим на встречу Орбана и Трампа. Я вот помню фразу, которая была в одном из романов Джона Ле Карре, «Ампир во время чумы». Это, вот, на мой взгляд, очень хорошо подходит к этому архитектурному стилю Мар-а-Лаго и других творений Дональда Трампа. Но, тем не менее, значит, сам Орбан говорил, что значит, вот это не в контексте, значит, с Украиной, но с самого начала весь этот трип у него был запланирован именно как такой посредник по мирным переговорам. Блумберг пишет, что Трамп не просил Орбана там заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. В принципе, это подтверждается тем источником, который у нас есть в команде Трампа, которые говорят о том, что значит, Трамп не принял какого-то окончательного решения относительно там, стратегии мирных переговоров. Он точно этих мирных переговоров хочет. Он про это много раз говорил, о том, что он усадит вместе за один стол Зеленского, Путина. Но каким образом, на каких условиях, о чем будут переговоры, это на данный момент неизвестно. Юрий, вы развисли или нет? Давайте, может, вашем. Да, давайте переподключимся, да, то есть вот не будем тратить на это время. Ну так вот, значит, тем не менее, переговоры состоялись, и понятно, что Орбан использует всю эту повестку для своих целей, для повышения своего влияния и для того, чтобы там и заработать дополнительных денег для Венгрии. То есть, в общем, использует свое нынешнее председательство в Евросоюзе там, на полную катушку в своих собственных интересах. Но тем не менее, да, эти интересы все равно находят нанизанные на ниточку вот, переговоров о будущей судьбе Украины, о войне и мире, о том военном конфликте, который развязала Россия. И именно поэтому весь этот вояж и начался с визита в Украину. При этом сам Орбан отчитывается в Евросоюз о том, как это все происходит и что является содержанием встреч. Содержание этих писем утекло в публичное пространство, в частности, с отчетом Орбана о переговорах с Зеленским и Путиным удалось ознакомиться с журналистом радио «Свобода», и это письмо было написано 5 июля из столицы Азербайджана Баку. Ну и там говорится о том, что такие вот разные позиции между Зеленским и Путиным, разная вообще оценка о том, что происходит, разная оценка количества жертв и так далее. Но, конечно, самое главное – это вот это вот американское элемент переговоров. И поэтому эти вот сливы из Блумберга о том, что Украина, значит, не была в центре этих переговоров, они довольно странны. Юрий, что вы думаете на эту тему? О чем разговаривал Орбан с Трампом? Орбан с Трампом разговаривал о том, как сдать Украину Путину. Да? И Орбан с Трампом, Орбан для Трампа курьер для диалога между Путиным и Трампом, поскольку вряд ли они напрямую могут разговаривать, то на самом деле Карлсон в свое время прилетал в Москву как курьер Трампа для того, чтобы передать Путину ту или иную информацию, да, и что-то согласовать, и, соответственно, как ответный курьер, да, прилетел Орбан к Трампу.
Да, то есть вот они таким образом беседуют. Но тема у них одна, и нам это было продемонстрировано, когда 5 месяцев американский конгресс блокировал американскую помощь Украине. И понятно, что требование Путина к Трампу одно – лечь костьми, но остановить помощь Украине. Как можно скорее и любой ценой. Потому что Путин искренне убежден, а это, допустим, ошибочная точка зрения, но Путин искренне убежден, что единственная причина, по которой он не может захватить Украину, это западная помощь, в том числе американская. А поэтому, собственно, это то обязательство, которое Трамп на себя, я уверен, взял. И это... Ну, нет, как бы, нет, Юрий... То, я извиняюсь. Да. Я извиняюсь просто, что я вас здесь перебиваю, но смотрите, ну, я понимаю ваши там политические пристрастия, тем более что вы живете в Америке, в Бостоне и так далее. Но вы вот заявляете это твердо относительно этих обязательств, договоренностей и так далее. Какие на эту тему есть подтверждения? Потому что вот мои источники в команде Трампа, они говорят, что да, Трамп точно настроен на переговоры, он искренне уверен, что он сможет усадить Зеленского и Путина за переговоры и достигнуть успеха, но при этом, что он совершенно не настроен пропутински, более того, что если эти переговоры не дадут успеха, то он настроен Путина давить по полной программе. Вы говорите обратное. Почему? Ну, то, что как бы... То, что приходит к нам из лагеря Трампа на эту тему, и даже от самого Трампа, это введение публики в заблуждение. Я не готов быть настолько наивным, чтобы во все это верить. У Трампа, подчеркиваю, одна задача, одна – сдать Путину Украину как можно скорее и вообще выйти из европейских проблем. Да, вот бросить Европу, оставить ее один на один с Путиным и посмотреть, собственно, как Европа будет пытаться выплыть из этой ситуации. И это то, что 100% произойдет. Мы видели, как Трамп, исключительно Трамп, своей, в общем, энергии, да, которая у него есть, блокировал 5 месяцев помощь Украине. Это делал лично Трамп. Большинство республиканской партии за Украину. Вот не будем тоже как бы вдаваться в какие-то другие иллюзии, да, пытать. Республиканцы за Украину в этой войне. За Путина в этой войне только Трамп. Только Трамп. Да? Ну, поэтому смотрите, Сейчас, секундочку, я просто продолжу. У меня нет никаких как бы сомнений не было бы, да, если бы кандидатом от республиканской партии был бы любой другой американец. Любой. Да? У меня нет проблем с республиканской партией. Да? Поэтому проблемы мои только как бы с Трампом. И Трамп остановит, если он победит, если он станет президентом, в чем ему сейчас Байден максимально помогает, да, будем справедливы, откровенны, он остановит помощь на следующий день после выборов. Он не 21 января ее остановит, он ее остановит на следующий день после выборов. Он найдет инструменты для того, чтобы это сделать. Вот это нужно понимать. Юрий, это очень важно. Да. Почему Юрий, я извиняюсь, что я вас перебиваю, просто я знаю, что вы ограничены во времени. Нормально. Вот, я хотел с вами еще один вопрос обязательно поднять, потому что вот вы, на мой взгляд, справедливо говорите, что с Трампом есть проблемы. Значит, эти проблемы всем хорошо известны. Но вот я сейчас, находясь в Вашингтоне, весь этот саммит, честно говоря, чем дальше, тем больше я слышу в Вашингтоне слов о том, что проблемы есть с Байденом. И после этих, значит, дебатов там все это, там, естественно, идет. Но вот на этом саммите уже те люди, которые просто там до этого все время говорили, главное, чтобы не было Трампа,
тут там, пусть плохонький, но свой, они на данный момент говорят, что это вообще невозможно, то есть, потому что решения не принимаются. Вот сейчас с трудом удалось, значит, в качестве каких-то экстренных действий получить там 5 комплексов Патриот после этой атаки по госпиталю в ходе личной встречи Байдена с Зеленским. Но та самая помощь, которая, про которую вы вспоминали, которая, значит, там 60 с небольшим миллиардов, которая выделена, она же тоже расходуется очень медленно. И существуют большие сомнения о том, что действующий президент, если он останется на следующий срок, вообще что-то будет в этом смысле менять. Только что, встретившись с Зеленским, он начал с того, что назвал его Путиным. Давайте вот посмотрим, как это было. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. Ну, вот, то есть, вот такое вот представление было, да, то есть президент Украины Владимир Путин, да, то есть вот очень-очень-очень смелый. Что вы на эту тему думаете, и насколько вы считаете вообще вероятным, что там демократы что-то смогут поменять в своей консерватории? Ну, относительно Байдена, я повторю то, что я уже много раз говорил. Я очень хорошо помню, как Байден, когда он пришел в Белый дом, сказал, что он не будет выставляться на второй срок. Это было сказано, а это я было тоже как помню. Бы все слышно, совершенно верно. И как мы видим, Байден свое слово не сдержал. Я считаю, что ситуация катастрофическая. На самом деле, да, и что если в этой стране президентом станет Трамп, виноваты в этом будут демократы и прежде всего сам Байден. Но тем не менее, если Трамп станет президентом, ситуация Европы, не Украины, а Европы ухудшится. Потому что Трамп остановит американскую помощь. Я не знаю, сумеет ли он заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, но, откровенно говоря, от того, что он сумеет их заставить сесть за стол переговоров и заставить работает в отношении, как бы, правильное слово в отношении Зеленского и абсолютно, как бы, неправильное слово в отношении Путина, да, эти переговоры ни к чему не приведут, потому что условия, российские условия для прекращения этой войны, скажем так, они давным-давно сформулированы. А это условия, как бы, полной капитуляции Украины, отказа от своей государственности, отказа от своего языка, отказа от утверждения, что украинский народ существует, да, на таких условиях никакая страна вести переговоры не будет. А если почитать телеграм-каналы, тексты Медведева, то он уже вот и 10 июля, и 11 июля, да, твердо нам разъяснил, не то что это новость, он давно этим занимается, что речь идет о полном уничтожении Украины и речь идет о полном уничтожении НАТО, если НАТО не в состоянии не согласиться с тем, что Украину нужно отдать России. Да? Поэтому я очень скептически отношусь к идее переговоров. Я думаю, переговоры невозможные, и никакой Трамп не сможет обеспечить эти переговоры и условия этих переговоров. Но то, что Трамп сделает, действительно, он приостановит помощь Украине и скажет, что, собственно, ну вот он сделал все для того, чтобы мир наступил. Но это все будет еще относительно не скоро. Будем так, сейчас времени мало, да, но какое-то время у нас еще для всего этого есть. Но в принципе американцы безотносительно Трампа сдают Украину тоже. Да, потому что эту войну можно остановить одним способом – дать Украине оружие и разрешить им наносить удар по территории Российской Федерации без ограничений, включая Москву. Все. Никак иначе эту войну остановить нельзя. Я даже не ставлю вопрос про выигрыш. Я Юрий бы сказал, что этот случай, что этот способ необходим, но недостаточен. Да? То есть достаточным способом является только одно – это уничтожение путинизма, лично Путина. И никаким другим способом как раз эту войну остановить нельзя. Пока существует путинизм, эта война
будет продолжаться тем способом или другим. И это вот является самым, мне кажется, важным. Я знаю, что вас надо отпустить, да? Я чуть-чуть могу задержаться, я надеюсь, что меня простят. Правильно, но понимаете, как бы мы все уже третий год надеемся, что поднимутся какие-то силы в России и там свергнут Путина, да, пристрелят его в конце концов, и произойдут какие-то изменения. Это такой очень радужный сценарий, и я бы на него не рассчитывал. Я бы все-таки как историк, да, скорее смотрел бы на историю Второй мировой войны, да, смотрел на то, как это происходило. Понимаете, вот сейчас война уже идет третий год. А Вторая мировая война, ну, если отсчитывать от 41 года, да, для Советского Союза, шла 4 года. То есть до 4-летнего срока мы очень скоро дойдем, да, потому что уже, как говорится, 2,5 года идет война. И понимаете, ну вот у меня лежит тут просто из моей же публикации, очень-очень давнишней, десятки лет назад опубликованной, статистика об американской помощи, о помощи западных союзников Англии и Америки Советскому Союзу за годы войны, за вот эти вот 4 года войны, да, которые Советский Союз воевал. 18 700 самолетов, 10 800 танков, 9 600 орудий, 44 600 металлорежущих станков, 1860 паровозов, 500 000 цветных металлов, 500 000 тонн, да, кабели и так далее, и так далее. Грузовики, которые не производились вообще в Советском Союзе, да. Вот вообще. Крупный рогатый скот, лошадки, 700 тысяч крупного рогатого скота и 400 тысяч лошадей из Монголии. Вот так выигрывалась война. Это я к этому говорю. Вот так выигрывалась война. Когда союзники действительно хотели, чтобы враг, тогда этим врагом была фашистская Германия, чтобы враг проиграл. И, конечно, Я с вами здесь полностью согласен. Единственное, что я тоже изначально очень любил сравнивать эту войну со Второй мировой войной, а чем дальше, тем больше она напоминает Первую мировую войну. И закончилась Первая мировая война революциями во всех странах, да, то есть, которые были просто истощены и не желали дальше воевать. Кто знает, каким образом это произойдет, но то, что на данный момент американцы явно пассивны, слишком пассивные, и в каких-то вопросах, я бы даже употребил слово преступно в России, пассивно, с точки зрения своих собственных национальных интересов, не говоря уже, то есть, гуманитарных задач, просто морали и там, геополитической стабильности. Да, это, к сожалению, тоже правда. Спасибо вам большое. Мы, к сожалению, мы должны двигаться дальше. Спасибо. Уже в нашей программе. Юрий Хлештинский, профессор и российско-американский историк, был у нас в нашем эфире. Связи Юрий Хлештинский, российско-американский историк. Юрий, вас приветствую. Добрый день, здравствуйте. Ну, президент Украины на полях саммита НАТО в Вашингтоне в институте Рейгана выступил с речью. И основные его заявления. Он призвал США снять все ограничения на удары по территории Российской Федерации, заявив, что Россия ежемесячно наносит около 3500 ударов по Харькову кабами и нужно уничтожить военные самолеты на базах России. Давайте вот по очереди. Насколько это реалистично? И если да, и если нет, кто является большим тормозом на пути к прогрессу принять это решение? Или же, опять-таки, постоянно осторожничающая администрация Байдена или республиканцы? Потому что иногда очень даже удивительно, несмотря на то, что именно республиканцы блокировали помощь Украине, многие из них, из представителей республиканцев в Вашингтоне, призывали к куда более активным действиям по противодействию Путина в Украине, нежели сами демократы.
Ну, прежде всего, снятие ограничений с ВСУ по нанесению ударов по территории Российской Федерации абсолютно необходимо. И я об этом говорил неоднократно. И я настаиваю на том, что эту войну нельзя закончить. А если у Запада есть задача эту войну в Европе закончить, да, так вот эту войну в Европе нельзя закончить без ударов в Москве. А для того, чтобы эти удары можно было наносить, нужно дать Украине соответствующее оружие и нужно снять все ограничения. На практическом уровне, безусловно, ответственность за эти ограничения лежит на Белом доме. Потому что если республиканцы по линии Конгресса и Сената могут влиять и саботировать, как они делали 5 месяцев, помощь Украине, то уже после того, как эта помощь как бы осуществляется, да, после того, как принято решение эту помощь дать, все тактические решения, да, относятся к Белому дому, а не к мнению Конгресса и Сената, демократическому или республиканскому. Я думаю, что вот вчерашний, да, теперь уже удар по детской больнице в Киеве, собственно, продемонстрировал всему миру, и действительно эта новость была и остается в каком-то смысле главной за последние 2 дня на всех телевизионных и ресурсах СМИ. Понимаете, я думаю, что всем понятно, что Украине нужно дать возможность победить в этой войне. Ну, потому что иначе с места ничего не сдвигается. Повторяю, с точки зрения Европы, взгляд, который можно назвать там, частично, может быть, циничным, особенно для определенных стран, которые далеко находятся от Российской Федерации, я ни в коем случае не имею в виду там, Польшу, страны Балтии, Финляндию, Швецию, да, те, кто рядом, и те, кто понимают, что они следующие. Но, тем не менее, чем дольше идет эта война, тем яснее всем становится, что Россия сама не планирует останавливаться, не планирует притормаживать, не планирует уменьшать уровень агрессии, да, а наоборот встала на путь эскалации. Этот путь эскалации он, как бы, приведет Европу в войну. Это тоже, я думаю, в Европе понятно. И у Европы нет выхода, Европа должна помогать Украине, Европа будет помогать Украине. Но вот да, они балансируют между помощью Украине и боязнью, которая есть, конечно же, спровоцировать эскалацию этого конфликта, в том числе, может быть, даже и ядерную эскалацию. Но этот процесс неизбежен, потому что мы имеем дело действительно с империей зла, причем уже с целой осью империи зла. И как не было выхода у Европы и у мира во Вторую мировую войну, и нужно было воевать и добивать Гитлера, так нет этого выхода и с Путиным, и Российской Федерацией. То есть все надежды на то, что есть какие-то другие варианты, это, к сожалению, иллюзия. Это иллюзия, которая будет медленно рассеиваться вот под влиянием ударов типа вчерашнего по детской больнице. Да? И какое-то время, как бы, у любой войны какое-то время есть, да, до вот того момента эскалационного. И, может быть, это время у Европы еще есть. Но, учитывая выборы в Соединенных Штатах, этого времени не очень много. Добавлю просто, что президент Украины заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы конкурировать с Россией в небе, потому что та использует против Украины 300 самолетов ежедневно. Недостаточно пока обещанных систем Патриот, хотя речь идет уже о 4 дополнительных установках и целого ряда других западных новейших систем противовоздушной обороны.
Ну и вот такое, знаете, целый ряд прямо из сердца исходящих таких риторических вопросов, который задал украинский президент. Путин хотел быстро оккупировать Харьков, пока была задержка помощи США, речь о пакете в 61 миллиард, который не одобряли полгода. Когда люди начали думать, что лучше отсрочить, чем действовать, что частичное решение лучше, чем победа? Когда стало казаться, что защита свободы, это, как предполагается, опасно, и поставить Путина в позицию шантажа всего мира, это неприбыльно? Когда и почему это произошло? Вот такие риторические вопросы задал украинский президент. Вообще, как вы понимаете, Юрий Фрештинский, как можно объяснить, что даже вот, ладно, там Путин решил поздравить НАТО с юбилеем, вот таким варварским ударом по Киеву, уничтожением детской больницы, да, но в это же время его эмиссар Орбан на побегушках встречался с Си Цзиньпинем. В это же время Нарендра Моди, индийский премьер-министр, прилетал в Москву. Это абсолютная оплевуха индийскому лидеру вообще. Как это объяснить? Неужели это система запущенная, которая работает без его ведома? Это заведомо, наверное, мой такой наивный вопрос. Я не верю в позитивный ответ на него. Значит, остается единственное, что это абсолютно намеренная такая позиция, которая вообще не взирает ни на какие альянсы, ни на какие протокольные вещи. Тем не менее, наверное, какая-то рация за этим стоит, согласно Путину, если он принимает такие решения. Ну, с точки зрения НАТО, с точки зрения Запада и Украины, логика Путина известна, что если Украина не капитулировала, значит, недостаточно напугали. Если Запад не остановил помощь, значит, недостаточно напугали, и нужно продолжать как бы пугать с одной стороны и наносить удары, где только возможно, с другой стороны. И вот это «где только возможно», кстати говоря, относится и к дипломатическому фронту тоже. Как мы уже упомянули, Россия действительно создает ось, да, империи зла. Ну, я это в свое время назвал пятым интернационалом, что Путин создает пятый интернационал из сил, которые ставят свои задачи разрушение западной цивилизации. Поэтому тут нас удивлять ничего не должно. Путин понимает, что он не в состоянии выиграть эту войну на поле боя. На поле боя он ее не в состоянии выиграть. Соответственно, он использует всевозможные ресурсы. Да? Если иметь в виду сотрудничество с зарубежными лидерами пророссийской ориентации, типа Орбана, то это на самом деле банальный подкуп и банальный, как бы, результат банальной коррупции, которой Россия занималась, ну, как минимум, начиная с 2000 года, когда появились какие-то внешнеполитические задачи, которые Путин решил реализовывать, да, и с каждым годом, ну, скажем так, уровень агрессии, да, сначала на риторическом уровне, потом уже и на практическом, начиная с 2008 года, да, увеличивался и возрастал. Поэтому здесь нас удивлять ничего не должно. Но Россия готовится и подготовилась к долгосрочной войне. Да. Конечно, у этой войны есть на данный момент определенные ограничения, да, то, что Путин затормозил, да, завяз в Украине, говорит о том, что Россия на сегодняшний день, на данный момент, не способна вести сухопутные операции большего масштаба, чем те, которые она ведет в Украине. Но, подчеркиваю, кроме, как бы, сухопутных операций, да, есть возможности проводить какие-то другие. А главное, я думаю, что это основная надежда Путина, ноябрьская надежда, да, что если Путин сумеет захватить Вашингтон, то, соответственно, все остальные задачи, как он считает, будут решены достаточно быстро. Юрий, я также хотел вот обсудить с вами заявление в этом контексте Анджея Дуды, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не закончится война с Россией. Он об этом заявил в интервью The Washington Times.
При этом говорит, что Польша готова пойти дальше других государств альянса в продвижении полного официального приглашения Украины в блок. Однако остальные члены НАТО предлагают только мост к возможному членству. По информации газеты, лидеры других членов НАТО, включая президента Байдена, не намерены согласовывать конкретные сроки принятия Украины в Североатлантический альянс на этом саммите. И знаете, в самом начале, еще до проведения этого саммита, было слито якобы слова Эммануэля Макрона, французского президента, о том, что именно США и Германия являются главными сейчас препятствиями по пути членства Украины в НАТО, что именно эти страны этого не желают. Как вы это видите, почему это так происходит? Наверное, наивно ожидать, что они пригласят на этом саммите Украину. Опять-таки, формула нам известна. Полное членство в конце войны. И тем не менее, мы также знаем, что с приходом к власти Трампа даже эта скромная позиция, очень сдержанная позиция США может измениться в пользу вообще железного «нет», как части большой сделки Ялты-2, если хотите, с Путиным. Ну, прежде всего, и мы об этом тоже неоднократно говорили, надежда на то, что Украина будет принята в НАТО на фоне войны, иллюзия. Это невозможно по совокупности причин, да, и по формальным причинам. НАТО не берет в свои ряды страны с неразрешенными территориальными конфликтами, и по практическим соображениям, в том смысле, что я бы это приветствовал лично я, да, если бы мой голос имел какое-то значение и влияние, да, но принятие Украины в НАТО на фоне войны означает вступление НАТО в войну. Я скорее склонен считать, что это все равно произойдет. Я имею в виду вступление НАТО в войну. Да, даже не принятие Украины в НАТО, а вступление НАТО в войну. И что это то, что сделает, собственно, Путин. Да, произойдет это не потому, что НАТО хочет вступить в войну с Российской Федерацией, а потому что Путин в какой-то момент не выдержит, да, и начнет военные действия против стран НАТО, прежде всего против стран Балтии и Польши, которые в силу геополитических причин не сможет остаться в стороне, как и, скорее всего, Финляндия. Но это все, допустим, вопросы будущего, да. Так что Украина в НАТО войти не сможет на фоне войны, да, повторяю, разве что Россия начнет военные действия против НАТО. Тогда, естественно, Украина окажется частью этих военных действий и в этом смысле на практике станет членом НАТО, как на практике Украина уже сейчас стала членом Евросоюза, да, из-за беженцев, которые ушли в Европу работать, из-за финансовой помощи Евросоюза Украине и, соответственно, инфильтрированности экономики Украины из-за этого в Евросоюз. Но это все, подчеркиваю, вопросы будущего. А сейчас все-таки речь идет о том, чтобы Европа продолжала оказывать Украине помощь. Я думаю, что даже Трамп не сможет прервать этот процесс, я имею в виду помощь Европы Украине. А то, что Трамп остановит помощь Украине уже в ноябре этого года, как только и если он станет президентом, это абсолютно гарантированно. Юрий, простите, вы уже неоднократно это говорите в наших эфирах, а как, собственно, то есть президентом же Байден, если даже проиграет, аж до января 25-го не перестает быть? Прежде всего, аргументом Трампа будет то, что народ выбрал его, зная, что он хочет остановить помощь Украине, поэтому народ хочет остановить помощь Украине, оживятся все те силы внутри Соединенных Штатов, которые в этом вопросе будут его поддерживать. Позиция Байдена, если он проиграет выборы, будет очень-очень слабой, во всех аспектах, да, и во всех сферах, не только в вопросе об Украине, и начнутся
как сказать, все начнут подготавливать пути для отступления своего, да, те, кто относится сейчас к Белому дому, к администрации президента. И героев там не будет. Там все будут пытаться уже в ноябре найти общий язык с Трампом, чтобы он потом не стал, зная, в общем, мстительность и вредность Трампа, чтобы он не стал потом мстить. Да? А Трамп при этом, да, будет, естественно, угрожать, будет шантажировать и будет ставить всех в такое положение, когда всем проще будет согласиться с его точки зрения. А отстановка помощи Украине – это основа внешнеполитической программы Трампа. Да, это одно из основных обязательств, которые он взял на себя перед Путиным, и это то, на чем он будет настаивать, независимо от того, что вот сейчас там появляются какие-то публикации на эту тему, что на встрече НАТО разговаривали с какими-то советниками НАТО, советниками Трампа, и вот они там, допустим, обещают помогать Украине или не утверждают, что этой помощи не будет. Понимаете, Трамп уволит всех, кто будет стоять на его пути. Поэтому даже если на сегодняшний день, на данный момент, есть какие-то потенциальные советники Трампа, которые считают, что Украине нужно помогать, поверьте мне, они не дойдут до Белого дома. Ну вот, кстати, передает Эль Паис, газета испанская, что Орбан якобы заявил, что Путин и Си Цзиньпинь, опять-таки, якобы ожидают мирных переговоров России и Украины до конца 2024 года. Это он отчитывался перед Евросоюзом о своих визитах в Россию и Китай в начале июля. А, собственно, это конфиденциальные доклады, направленные главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС, собственно, основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карты и мирных переговоров воспримут положительно. Говорится об отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь США. Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что вот эта вот последняя сентенция, именно дожидаясь США, именно расчет идет на победу от Трампа, отсюда и вот такие подыгрывания ему, подготовка такой платформы. И, собственно, также многие эксперты сходятся на мысли о том, что и Путин до этих выборов, когда станет понятно, кто будет следующим президентом США, не пойдет ни на какие мирные переговоры. Ну, до ноября осталось, будем откровенно, очень мало времени, никаких мирных переговоров до ноября не может быть даже теоретически, но я придерживаюсь мнения, что мирные переговоры невозможны. Они невозможны по причине того, что Путин, собственно, озвучил эти условия. Эти условия, с его точки зрения, да, заключаются в том, что Россия оставляет за собой все, что хочет, да, а Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО, да, а вот, собственно, после этого Путин снова, уже имея обязательство Украины не вступать в НАТО, снова начнет войну. Если Путин действительно хотел мира на любых условиях и переговоров, собственно, да, в результате которых будет подписан мир с Украиной, на любых условиях, я имею в виду, при любой схеме обмена территорий на мир, он бы настаивал на прямо противоположном, чтобы Россия оставила за собой те территории, которые Россия хочет оставить, и чтобы Украина была принята в НАТО. Потому что только принятие Украины в НАТО гарантирует стабильность в Европе с точки зрения мирных отношений между Украиной и Россией, да, потому что, если верить риторике Путина, он опасается агрессии Украины в отношении России. Да. А мы знаем, что это обман, мы знаем, что это ложь, мы в это, понятное дело, не верим. Но если следовать этой логике, если Россия действительно боится агрессии Украины, то единственная гарантия мира со стороны Украины – это введение Украины в НАТО, потому что НАТО не позволит ни одному своему члену, в том числе и Украине, начинать военные действия против России. Да? Поэтому тут должна была бы быть логика абсолютно другая. Но Путин настаивает на том, что Украина не должна быть в
включена в НАТО, да, не дает слова войти в НАТО, именно для того, чтобы иметь возможность снова начать войну. Это всем понятно. Это понятно абсолютно всем. И поэтому эти переговоры невозможны, это как бы введение в заблуждение общественного мнения. Это как вот переговоры между Хамасом и Израилем. Да? Все знают, что они невозможны, и при этом все делают вид, что занимаются обсуждением условий для мира и для переговоров. Поэтому, к сожалению, проблема, с которой мы столкнулись, очень серьезная. И Европа как бы не сможет не оказывать помощь Украине, потому что без этого эта война приведет саму Европу в открытый конфликт с Россией. Подчеркиваю, в Европе это понимают. А у Трампа другие задачи в этом смысле, и как бы тут нас ничего удивлять не должно. Орбан – это троянский конь, как бы, и в НАТО, да, российский троянский конь. Поэтому тут тоже с него взятки гладкие, да, поэтому, к сожалению, через демократические выборы, да, стал президентом, премьер-министром Венгрии, и тут сделать ничего нельзя. Да, поэтому есть много сложностей у Запада, есть много сложностей у НАТО, но помощь, европейская помощь Украине, она в интересах Европы прежде всего. Поэтому отказаться от нее Европа не может. Юрий, у нас буквально остается пару минут. Вот все-таки по поводу Моди, этот непонятный визит и непонятная отмена финального раунда переговоров в Москве. Я уже предвосхитил, возможно, эту тему тем, что отметил, что как раз вот аккурат накануне этого визита Путин подготовил такой сюрприз, подарок в кавычках Нарендре Моди, который неоднократно заявлял и в этот раз тоже заявил, что это не время для войны. Он едет с таким облаченный в мантию, если не миротворца, то, по крайней мере, пацифиста. Тут варварский налет по детской клинике в Киеве. И, собственно, неожиданно был отменен, как я уже сказал, переговоры в расширенном составе, которые должны были состояться после их неформальной встречи тет-а-тет в понедельник, в официальных переговоров в узком составе на следующий день. Удивительно, на самом деле, мы сейчас говорим не про Венгрию, да, и как ни с чем якобы уехал Виктор Орбан, самая большая по населению страна в мире. Знаем о стратегии Путина привлечь на свою сторону глобальный юг. Вообще, как это можно себе представить и объяснить, что на самом деле могло произойти? Ну, к сожалению, для Индии это прежде всего экономический интерес, да. Индия, естественно, пользуется тяжелым положением, в которое попала Россия, которой необходимо продавать свои ресурсы, да, как в свое время она их продавала Европе, прежде всего в меньшей степени в Соединенные Штаты. Поэтому новые рынки России – это Китай и Индия. Китай стал главным экономическим партнером России, Китай стал, в общем-то, единственным политическим, серьезным политическим партнером России вместе с Северной Кореей, вместе с Ираном. И поэтому круг людей, разговаривающих с Россией, он очень маленький, то есть количественно, да, хотя это большие страны, да, Китай большая страна, да даже Северная Корея с Ираном тоже не очень маленькая. Поэтому включение Индии вот в этот вот круг, да, союзников для России, для Путина, естественно, очень важный момент. Но даже на фоне визита индийского руководителя Путин вот не может отказать себе в удовольствии, да, нанести удар по детской больнице. Поэтому вот тут у него такие вот противоречия между чистым злодейством и какой-то государственной мудростью. С точки зрения государственной мудрости нужно было этот визит, ну, либо отложить, либо наоборот провести раньше.
да, и уж точно не наносить удар во время визита. А как с точки зрения логики вот такого гаденыша, да, наоборот, ему очень важно показать, что он действительно как бы злодей, который ничего и никого не боится, да, и он наносит этот удар, как говорится, в годовщину НАТО, да, во время визита Зеленского в Вашингтон. Опять же, с точки зрения государственной логики, конечно, если бы он ударил бы по этой больнице после саммита НАТО, да, это, ну, скажем так, усложнило бы позицию Зеленского по объяснению необходимости помощи Украине. Да. А так, конечно, когда внимание всего мира приковано к этому варварскому удару, конечно, позиция Зеленского намного понятнее, да, и яснее выглядит в Вашингтоне. Но, подчеркиваю, так бы рассуждал государственный деятель, а не злодей. А Путин больше злодей, чем государственный деятель. На более четкой, недвусмысленной ноте я и не мог бы закончить. Друзья, вы слышали то, что сказал Юрий. Это, наверное, и является тоже, наверное, главным, скажем там, итогом и этого заседания НАТО в Вашингтоне. Да, еще раз убедились все делегаты в истинной природе этого преступного режима. Спасибо огромное, Юрий, за нашу беседу. Друзья, на связи с Бостоном с вами был российско-американский историк Юрий Фельштинский. К нашей трансляции присоединяется российско-американский историк, соавтор книг «Третья мировая битва за Украину» и «От красного террора к мафиозному государству» Юрий Фельштинский. Юрий Георгиевич, приветствую. Добрый день, здравствуйте. Юрий Георгиевич, хотел бы начать с сегодняшнего теракта, совершенного российскими оккупантами. Я говорю сейчас о массированном обстреле мирных украинских городов и населенных пунктов, и в частности о целенаправленном ударе по детской больнице «Ахмаддит», расположенной в центре Киева. Как вы считаете, в свое время, после того, как события в Буче или преступления россиян в Буче стали достоянием общественности, на Западе немного приоткрыли глаза на все происходящее здесь? Это изменило их подход к помощи Украине, финансовой или военной помощи? Но, ну, не до конца, давайте так, правде глаза смотрим сейчас. А сегодняшний теракт, совершенный россиянами, он каким-то образом может помочь еще шире открыть глаза и увидеть ту самую правду происходящего здесь? Ну, скажем так, он попал на первые полосы газеты. Это главная новость основных телеграфных агентств и телевизионных агентств Европы, чего давно уже не было. Да? То есть Украина уже давно не является главной новостью. К сожалению, я должен добавить, но это так. Вчерашний удар по детскому госпиталю в Киеве, безусловно, в этом смысле изменил ситуацию. Надолго ли, это другой вопрос. Ну да, Юрий Георгиевич, я прошу прощения, только единственная поправка. Сегодняшний удар, он произошел буквально сегодня, это сегодня утром. Да, извините, я в Соединенных Штатах, да, поэтому. Иногда теряешь ощущение. Да, все в порядке, это уточнение, которое было важно озвучить. Ну, понимаете, я придерживаюсь мнения, я знаю, что оно звучит как бы радикально, оно радикально звучит и для, может быть, даже украинских слушателей, и тем более для российских, но дело в том, что удары по Киеву, а Украина не наносит удары по Москве, не ведет к окончанию войны, скажем так, и не ведет к поражению России. Поэтому я думаю, что, может быть, изменение, которое произойдет после сегодняшнего удара по, в том числе, детскому госпиталю, это то, что Запад наконец развяжет Украине руки и разрешит ВСУ наносить удары по Москве. Потому что без этого нельзя победить и без этого нельзя закончить войну. Думаю, никто ничего другого от кремлевских
не ожидал. В общем-то, эти военные преступники продолжают гнуть свою линию. Пресс-секретарь диктатора российского Песков заявил следующее на брифинге в понедельник. Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником решения конфликта с Украиной путем переговоров. А в чем суть этого фетиша российских чиновников, и в том числе и российского диктатора, начинать говорить о мирном решении, переговорах и так далее на фоне массированных обстрелов мирных украинских городов и населенных пунктов и убийства украинских детей? Вы знаете, переговоры – это военная хитрость, да, отговорка, попытка затянуть войну. В переговоры, которые предлагает Путин, никто не верит, будем откровенны. И те, кто являются сторонниками каких-то переговоров, и те, кто не являются сторонниками переговоров, не верят в переговоры с Путиным, потому что для переговоров должны быть какие-то условия. К сожалению, для всех, для нас, условия, которые выдвигает российская сторона, это капитуляция Украины в этой войне, ликвидация Украины как государства, ликвидация Украины как народа и нации, да, ликвидация Украины как страны, говорящей на своем языке. На таких условиях, на условиях самоубийства, никто вести переговоры не будет и не может. Поэтому всерьез, естественно, да, никто не собирается с Путиным вести переговоры. После 2 с лишним лет войны, после того, как погибло, ну так, ориентировочно, по крайней мере, 500 000 человек, я думаю, переговоры невозможны. Юрий Георгиевич, но есть как минимум один европейский политик, который возложил на себя миротворческую миссию. Он встретился сначала с украинским президентом здесь, в Киеве. Позже поехал в Москву и там пообщался с Путиным. Далее отправился в Бейджин, Пекин, ну и собирается теперь в Вашингтон. Я сейчас о Викторе Орбане. А он какую роль сейчас выполняет? Он вообще кто? Ну, до этого, добавим, он еще встречался, полетел в Соединенные Штаты и во Флориде встречался с Трампом. А Орбан – это один из не очень редких, к сожалению, типов пророссийских политиков в Европе. Их было много за последние годы, бывшие и нынешние, да, был Берлускони абсолютно пророссийский, пропутинский, Шрёдер абсолютно пророссийский, пропутинский, президент Чехии Милош Земан абсолютно пророссийский, пропутинский, Дональд Трамп абсолютно пророссийский, пропутинский, ну и вот теперь Виктор Орбан. Безусловно, я согласен с предыдущим вашим гостем, он оппортунист, беспринципный, я бы добавил, оппортунист, и в этом смысле, ну, проходимец от политики, да, который пытается заработать и в политическом плане, и в экономическом плане, уж не знаю, для себя лично и для своей страны, какой-то капитал в прямом и переносном смысле, да, использует для этого любую возможность. Может быть, в Венгрии кто-то считает, что он делает для Венгрии доброе дело. То, что он делает как бы злое дело для Европы, и в этом плане для Венгрии, в этом я абсолютно убежден. Потому что, к сожалению, он, ну, создает у лидеров типа Путина, да, иллюзию того, что Европу можно в этой игре переиграть. Да. Что на самом деле не так? У Европы при всем внешне мягком формате отношений и реакции на все происходящее, на самом деле после 2 с лишним лет войны довольно четкое понимание того, что происходит, и тех угроз, которые возникли для Европы впервые после 1945 года. И на сегодняшний день
опять же, после двух с лишним лет войны, всем понятно, что закончить эту войну можно только через поражение Российской Федерации. Это понимание, к которому Европа шла постепенно. Скажем так, в феврале 22 года многие считали, что эту войну можно закончить через капитуляцию Украины. Несколько позже многие считали, что эту войну можно закончить через переговоры, через перемирие, через обмен каких-то территорий на мир. Да? А сегодня уже всем понятно, что это не так. При требованиях, которые выдвинула Россия, понятно, что эту войну нельзя закончить через переговоры. При тех реформах, скажем так, и перестройке, которая произошла в России за последние 2,5 года, которые указывают на то, что Россия встала на путь перманентной войны, Европе, к сожалению, становится понятно, что эту войну можно закончить только через поражение Российской Федерации. К сожалению, это имеет свои основания. Европа очень боится до сих пор эскалации этой войны. Эскалации этой войны в сторону ядерной и эскалации этой войны в сторону расширения фронта и, соответственно, расширения военной кампании за пределы Украины. Конечно, Европа этого пытается избежать, и это понятное желание европейских лидеров, и они многое для этого делают. И это та причина, по которой 2 с лишним года Украине не дают возможность победить, да, а дают возможность лишь сдерживать российскую агрессию. Но вот эта стратегия того, что Россия не должна проиграть, а Украина не должна выиграть, она, конечно, со временем обязана измениться окончательно. Европа к этому идет просто очень медленно. Юрий Георгиевич, скажите, пожалуйста, а почему Польша, например, прекрасно понимает, что с страной террористской России невозможно договориться? Почему страны Балтии это прекрасно понимают? Но однако же есть другие государства, среди них европейские страны, которые до сих пор пытаются всячески избегать этой мысли. А потому что вы назвали страны, и, допустим, в них в этот список включена и Финляндия тоже, которые уже на своей шкуре испытали советскую агрессию, а если говорить про Польшу, то еще и российскую имперскую агрессию. Да? Поэтому эти страны очень хорошо понимают проблему, да, с которой столкнулась Украина, очень хорошо понимают опасность, которую представляет из себя нынешняя Российская империя, да, и им объяснять все связанные с российской агрессией риски не нужно. Да. А главное, что эти страны никогда уже не согласятся снова оказаться как бы под российским игом. Да? А остальные страны до этого должны доходить чисто так, академически, через книжки и через учебники. Но именно из-за того, что такие страны, как Польша, Литва, Эстония, Латвия, Финляндия, вошли уже в НАТО, да, вовремя вошли в НАТО, и имеют право голоса в этих организациях, позиции Украины, мне кажется, очень сильные. Потому что именно эти страны не дадут НАТО, не позволят НАТО бросить Украину. Потому что они очень хорошо знают, что они следующие. И тут сомнений ни у кого нет, они действительно следующие. Ну, может быть, после Молдовы, разумеется, если там вдруг Россия сумеет пробиться сухопутным коридором к Приднестровью. Но вот это понимание у всех есть. У всех есть свое видение происходящего через собственный исторический опыт. Позиция Великобритании, которая очень как бы твердая и четкая,
основано, конечно же, на том, что Великобритания была в точно такой же ситуации в период 1939-1941 года, когда она одна сдерживала германскую агрессию, которой Германии, да, помогала еще в тот период, помогал Советский Союз, являющийся союзником Германии. Поэтому англичане очень хорошо знают, великобританцы очень хорошо знают, да, что такое воевать один на один против превосходящих сил противника. Да. У французов другой опыт, но и они, как мы видим, пройдя через все три фазы, вот через там, попытку прекратить войну, через капитуляцию, потом через переговоры, теперь уже просто поняли, что остановить эту войну, прекратить эту войну, потому что в конечном итоге у Европы задача остановить войну, да, чтобы эта война закончилась. Но вот сейчас уже понятно, что эту войну можно закончить только через смену режима в России, хотя этого вслух так не говорят политические лидеры, это не принято, и через, соответственно, поражение Российской Федерации. Но подчеркиваю, для этого еще и нужно изменить стратегию этой войны, если иметь в виду европейский подход. Да, и... Тут, Юрий Георгиевич, интересный момент. Вы упомянули Францию и сказали, что Франция изменила свой подход. Он действительно менялся несколько раз. Но тут, я думаю, следует акцентировать внимание еще и на том, что Ле Пен в тот момент, когда поняла, что у нее есть шанс победить на парламентских выборах, сделала ряд заявлений, которые иначе как пророссийскими или антиукраинскими не назовешь. Ну, мол, никакой отправки войск, о чем вообще речь. Это макроновская идея, отнюдь не наша. Ну, еще поставки оружия или применение французского оружия по российской территории. Вообще об этом речи идти не может. То есть там тоже свои настроения, да, в зависимости от чего? От конъюнктуры политической. Как мы видим, это не сильно Ле Пен помогло. Да, естественно. Я говорю о том, что в тот момент, когда она вроде бы как почувствовала немного больше почвы под ногами, эта почва вскоре ушла. Во втором туре она не набрала достаточного количества голосов. У нас не может быть сомнений и не должно быть никаких иллюзий на эту тему, потому что эти иллюзии у кого-то есть в отношении, или были, по крайней мере, сейчас уже это не столь злободневно после второго тура в отношении Ле Пен, у кого-то эти иллюзии есть в отношении Трампа, да, что эти люди, когда и если придут к власти, абсолютно как бы все сдадут Путину, да, вот на следующий день. Причем Трамп это сделает после даже не 21 января, когда он, допустим, уедет в Белый дом, а уже на следующий день после победы на ноябрьских выборах. А из этого не следует, будем откровенны, что Европа капитулирует перед Россией, потому что Европа сама по себе сильнее России. Но из этого следует, что Европе нужно будет перестать рассчитывать на помощь Соединенных Штатов. Отчасти, я думаю, что вот некое изменение, такая активизация, может быть, даже, да, европейских лидеров в отношении Украины связана с теми рисками, которые несут ноябрьские выборы в Соединенных Штатах, потому что, к сожалению, шансы на победу Трампа достаточно велики. И подчеркивает то, что он остановит помощь Украине и как бы пробует заставить Украину капитулировать, шансы на это 100%, да, на то, что он попробует это сделать. А вот получится ли у него это, и какую позицию, и насколько жесткую позицию займет в этом отношении Европа, это мы увидим. Но вы правильно подчеркнули, поскольку как бы страны, граничащие с фронтом, с российско-украинским фронтом, российско-белорусско-украинским фронтом, это прежде всего Польша, страны Балтии, Финляндия и Швеция, я думаю, что Украину никто не бросит.
Относительно Соединенных Штатов Америки, что это в большей степени? Это опасение эскалации, насколько бы глупо это сейчас не звучало или нелогично сейчас не звучало? О какой еще эскалации может идти речь? Сегодня Россия ударила ракетой, крылатой ракетой по детской больнице. Или же это больше внутриполитические вопросы в преддверии выборов? Вы знаете, мы уже сказали, что у всех стран свой исторический опыт. Соединенные Штаты Америки вошли во Вторую мировую войну только после того, как Япония напала на Соединенные Штаты. И произошло это в декабре 1941 года. А два года, чуть больше, Европа, ну, Англия в основном, да, Великобритания, воевала против Германии одна. И Америка в эту войну не входила. Поэтому нас не очень должно удивлять то, что Америка не входит в российско-украинскую войну. Это достаточно как бы типично для американского менталитета. Но, наверное, этот же исторический опыт показывает, что рано или поздно Америка все равно в войну входит, как было в Первую мировую войну, как было во Вторую мировую войну, входит и обеспечивает в этой войне победу. Поэтому понятно, что когда, если дойдет до открытого столкновения между НАТО и Российской Федерации, то эта война будет закончена абсолютно стремительно. Я считаю, что ее и сейчас можно закончить достаточно как бы быстро. Но для этого, как я уже говорил неоднократно в эфире, нужно развязать Украине руки, дать ВСУ оружие дальнего радиуса действия, разрешить наносить удары по территории Российской Федерации без ограничений, в том числе по Москве. Я утверждаю, что это закончит войну достаточно быстро. И Россия потерпит поражение, и эта война закончится. Но может ли это произойти при действующей власти в Соединенных Штатах? Ну, буквально в 2-3 предложениях, как считаете? Понимаете, у меня нет информации за пределами того, что, как говорится, в газетах публикуется. Да, я понимаю, поэтому спрашиваю ваше мнение. Я не знаю, обсуждают ли украинские военные с Пентагоном и Соединенными Штатами вопрос о нанесении, например, ударов по Москве. И я не знаю, на каком уровне американцы это допускают или наоборот запрещают. В какой-то момент была сказана такая, в общем-то, я бы считал, устраивающая Украину фраза, что мы не поощряем ударов по Российской Федерации, но решать этот вопрос должна Украина. И это нормальная постановка вопроса, поскольку там дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами существуют, и состояние войны пока еще, по крайней мере, не объявлено. Но дальше вопрос о том, готовы ли ВСУ, да, рассматривать вопрос о нанесении ударов по Москве. И понимаете, после того, что произошло сегодня, да, я думаю, что как бы шансов на то, что в Киеве будет принято решение об ответных ударах по столице Российской Федерации, я думаю, намного, намного больше. Я думаю, что весь ход этой войны требует от Украины наносить удары по Москве. А я хочу подчеркнуть, что в отличие от многих других стран, в том числе и от Украины, да, а Россия, огромная страна, Россия – это страна одного города. И за пределами Москвы как бы никого, ничего в России не волнует. Волнует только Москва. Это еще одна причина, да, по которой удары должны наноситься по Москве, потому что иначе страна Россия этой войны не чувствует. Вот до сих пор, после 2 с лишним лет, после предположительно там до полумиллиона погибших, раненых, пропавших без вести
и плененных, да, а Россия этой войны не чувствует, потому что в России единственный нервный центр – это Москва. Да, вот без этого нельзя вести войну. Победить нельзя, безусловно, да и вести войну без этого нельзя. А, подчеркиваю, что после, может быть, после сегодняшних ударов абсолютно безжалостных, хотя не удивительных, но не, в общем-то, да, все, что происходило до этого, не сильно отличалось, да. Да, после сегодняшних терактов, я думаю, Юрий Георгиевич, значительно увеличилось количество тех людей, которые поддерживают ваше мнение, разделяют с вами ваши взгляды относительно ударов по Москве. Спасибо большое. Спасибо, что присоединялись к нашей трансляции. Спасибо за то, что поделились своим мнением. Юрий Фельштинский, российско-американский историк, соавтор книг «Третья мировая битва за Украину» и «От красного террора к мафиозному государству», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.